Туроператоры фиксируют дефицит мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий из мира туризма. StopSale до конца августа присылает пятизвездочные отели в Белеке, Кемери и провинции Анталия, работающие в концепции «Ультра все включено». В основном это объекты размещения премиум-сегмента, которые заработали себе отличную репутацию и хорошо известны на рынке. У наших клиентов наибольшим спросом пользуются туры с проживанием в регионах Белек и Сиде. Во многих отелях базовые и лимитированные категории номеров начинают вставать на стоп, поэтому туристам, желающим отдохнуть в начале осени, лучше позаботиться о бронировании сейчас. Подобрать тур в Турцию или в любую другую страну от любого крупного российского туроператора по гарантированно лучшим ценам рекомендую на известном сайте Travelata. Ссылка в описании под этим видео. Либо вы можете просто посмотреть и сравнить текущие цены на туры сразу от всех ведущих туроператоров. С высокой долей вероятности цены на отдых в Турции по мере приближения бархатного сезона будут расти, что связано преимущественно с ограниченным количеством доступных направлений, а также с малым объемом авиаперевозки, в результате чего спрос на рынке существенно превышает предложение, заключили в тест-тур.